Привет, друзья! Снова я на рыбалке. Сегодня 5 июня. Канал Рыбачу в Подмосковье снова с вами. Снова мы на моем, так сказать, домашнем озере. Не знаю, как его назвать. Помогите, может быть, давайте вместе придумаем название. У меня есть одно щучье царство, а это как-то без названия, жалко. Вот. Ну, короче говоря, начинаем ловить. Начну я с копии на мегабас. Мегабас плюс ван. Такой вот расцветочки. Начали. Прекрасно работает. Ветерок, конечно, дует. Вы видите, да, какой ветер? Еще раз говорю, ветер нам не помеха. Наоборот, мне кажется, ветреная погода. Щука должна клевать. Вся упрыгалась тебе. Смотрите, небольшая. Итак, ребят, время 10:49. 5 июня сегодня. Погода. Зачитаю с телефона. Плюс 22 сейчас. 4 метра в секунду. Северо-восточный ветер. Вода плюс 19 градусов. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Вот он орбит, ребят. Работает. Биркингерский. Ну, блин. Работает, значит, будем ловить. Щучка небольшая. Продолжаем. Информацию, так сказать, довел до вас. Погнали. Он говорит, хорошо пробивает, ведь летит как пуля.
Ребят, немного информации. Вчера, значит, смотрел в Ютубе одного блогера, не помню, как зовут. А он говорил о влиянии ветра на клев рыбы. Ну, конечно, он говорил больше о доночной ловле. Но я согласен с ним, что и спиннинги так может быть. То есть ветер, если вот я сейчас начал ловить, и ветер дул мне в спину, ну, я не знаю, поклевок не было. Сейчас стал у меня, а ветер был сбоку, и у меня произошла поклевка, и поймал небольшую щучку. Сейчас я встал, менял позицию, ветер мне в лицо. Ну, сейчас буду делать забросы и смотреть, что из этого выйдет. Ну, я считаю, да, правильно он говорит. Еще есть такая как бы поговорка, когда рыболову комфортно, рыба не клюет. Вот с этим я полностью согласен. А рыба начинает клевать именно когда начинает дуть ветер или там дождь или еще что-то. В общем, тетушка не погодушка. Ну, это для нас не погодушка, а для рыбки-то, думаю, самое то. Так что примите к сведению. Попробуйте. Это тот же Орбит 110. Ну, что-то ветер не помогает. Вот и иначе. Так, ну еще раз. Против ветра. Смотрите, ребят, кого-то я все-таки сейчас багранул, вот думаю, была, наверное, щучка, такая мелкая чешуйка. Мегабас X140 идет в бой, японский воблер, дорогой, блин, ну поверхностный, может быть, все обойдется. Я пробую сейчас натуральные вот расцветки все-таки ставить. Хорошо. Как насчет уловист? Много кто хвалит. Я купил несколько японских воблеров. У меня и первый сезон. Как они будут ловить первый сезон, не знаю. Но пока Биркинг облавливает всех. Я особо и не ставлю, конечно, японцев. Удачно ветер стихает и хороший заброс получается. Точно в цель. Поставил Максклад 128, копия от Биркинга, вот такой, который у меня уже здесь два раза потерялся. Это вот еще прикупленный и восстановленный запас. Что-то похоже на поклевку было. Сменил еще одно место, ребят. Поставил вот такого Vision One Ten 110 от Мегабасика, вот шпрота такая блестящая. Попробуем его. Ветер. Ребят, собрался вот воблер поменять, и смотрите, что обнаружил. Щука подрала. Надо срочно заменить. Не знаю, видно, сфокусировалось, нет ли. Ну, вот такая вот зараза. Так что надо чаще проверять. Ну а что, сейчас поклевка и все, и обрыв будет. Ладно, меняем поводок. Ставил бета-шайнер от Pantone 21. Вот так. 83 размер. Шумный очень.
На этом я рыбалку свою заканчиваю. Вот, ролик, наверное, будет коротким. Поймал всего одного щупачка. Ну, блин, и это тоже в радость, честно говоря. Может, все-таки стоит приехать сюда пораньше. Да, не забудьте, помогите придумать название для этого прекрасного озера. Вот. Ну все, канал Рыбачий Подмосковье, ни хвоста, ни чешуи. Пока. Пару забросов и домой. Все, домой.